Здравствуйте, друзья! Поехали! Разогрев. Полупалец надавили на пальчики, полупалец первое. Каждый раз, когда ставим ножку в первую позицию, вытягиваем колено со всей силы. Пятку толкаю вперед во время полупальца. Начинаем с разогрева стопы. Поставить полупалец, палец. Хорошо. Колено тоже не забываем отводить в сторону. Колено смотрит не вперед, а в сторону. Раскрывается, как во время демиплие. Теперь только пальчики работают. Коленочко наверх поднимаю, только пальчики вытягиваю. Через полупальцы. Пальчики. Только пальчики. Только пальчики, хорошо. Батман тандю переходит в демиплие. Пятки от пола не отрываю. С самого начала немножко потянем ахилл, чтобы демиплие было глубже. Отвожу пальцы и сажусь в демиплие. Толкаю пятку вперед. Во время демиплие особенно легко толкать пятки вперед. Попу не отставляю, попу опускаю на копчик. Бедра все время на месте. Ножку открываю назад, а бедрышко немножко толкаю вперед, чтобы оно не уходило за ногой. Вместе с вытянутой ножкой делаю демиплие, а ножка уезжает вдаль. Вот опять я вишу на станке. Стоим четко на ногах. За станочек только придерживаемся. Хорошо. Все время копчик сажаю на пяточку. Копчик на пяточку четко сажаю по одной линии. Это движение делаем аккуратно, чтобы не порвать ахилл, чтобы его не потянуть. Весь вес на опорной ноге. Пике. Колено вытянуто, а ножка в вертлужной впадине ходит совершенно спокойно. Это мы делаем для того, чтобы почувствовать, как нога расслабленно ходит в вертлужной впадине. Наверх, 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 все время акцент. Наверх, 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 супер. Наверх, 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 наверх. Угу. Хорошо. И портебра. Плечо не поднимаю вместе с рукой. Кисть все время мягкая, поет. Локоть тоже расслаблен, но все равно он не провисает вниз, локоть все время держим. Пордебра, отлично. Провожаем кисть и вздох. И пордебра назад с рукой в третьей позиции. Гнемся не животом, а под лопаточками. Не животом, это то есть... Во время наклона мы не выпускаем живот, а держим живот. Держим живот со всей силы, и бедра вперед не уходят. Бедра на месте. Как будто бы мое тело до пояса, ноги вкопаны в землю. И я гнусь только под лопатками и в талии. Опустились в гран-плие, на станке не висим и делаем полупальчики, при этом колени раскрываем в стороны. Полупальцы, баланс, ребра в себя.
демиплие. Раскрываю колени. Пятки от пола не отрываю. И гран-плие. У нас комбинация 2 демиплие, гран-плие. То же самое по второй позиции. И гран-плие в 2 раза глубже. Хорошо. Четвертая позиция. Правое бедро в себя. Бедра не разворачиваем. Четвертая позиция. Сзади правая нога. Рука все время проходит через все позиции. Подготовительные. Первая и третья. Вторая и третья. В данный момент у нас подготовительная. Первая и вторая. И гран-плие. Раскрываю ножку от бедра, колени в сторону раскрываю. Полупальчики. Баланс. Стою. Живот выпустил, сразу упал. Левые ноги приготовились. 2 демиплие, гран-плие. Напоминаю комбинацию. Демиплие. Демиплие. И гран-плие. Голова все время следит за кистью. Хорошо. Через полупальчики поставили ножку на вторую позицию. Можно иногда руку со станка убирать, чтобы проверить, стою я на ногах или нет, или вишу на станке. Проверил бедра. Хорошо, 2 деми гран. Отлично. Баланс, опорную пяточку вперед стараемся подвернуть. Левую вперед, правую вперед пятку. Хорошо. Память в ногах остается, если не заниматься, но выворотность уходит. И вроде делаешь все точно так же, как и делал раньше, но только уже все завернуто. Все смотрит пятки вперед, уже ничего не выворачивается. Но со временем, если заниматься, все вывернется. Нажимы. Живот в себя все время. Держим живот. Локоть проверили, не висит. Подняли локоть наверх. И баланс. Бедро правое вниз. Колено поднимаю наверх. Бедро правое вниз. Опорную пятку подвернули вперед. Хорошо. Поехали с левой ножки. Препарасьон. Отвожу носок, толкаю пятку вперед каждый раз. Нажимчики, хорошо. После нажима, когда отрываю пятку от пола, толкаю ее со всей силы вперед, чтобы она не уходила назад. Когда после нажима ставлю пяточку на пол, свод стопы расслабляю и всю стопу расслабляю. Баланс. Хорошо.
закончили. Поехали дальше. Сейчас я неправильно повернулся. Всегда мы поворачиваемся через станок, лицом к станку. Наверх акцент после пике. Наверх, 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 закрыть. Наверх, 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 закрыть. Глубокая пятая. Пятку толкаю вперед каждый раз. Макушкой тянусь наверх. Баланс. Хорошо. Ручки могу держать в первой позиции, во второй. Меняйте, как вам удобно. Главное, чтобы во время перемены позиции не вываливался живот. Выдохнули. Приготовились с левой ножки. Раз, два. Наверх, наверх, наверх. Наверх, 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 наверх. Хорошо. Наверх, 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 наверх. Наверх. А здесь плотная пятая позиция. Живот в себя. Стою, делаю баланс. Если втянуть живот, то баланс будет. Не будем падать тогда. Все. Закончили. Молодцы. Спасибо за урок.